Патриотизм как национальная идея. Заявление президента Владимира Путина нашло широкую поддержку россиян. Парадокс, но в стране до сих пор нет единого закона о патриотизме. Лишь отдельные регионы проявляют инициативу. В том числе Хакасия. Полгода парламентарии и общественники разрабатывают закон о патриотическом воспитании. Все признают, дальше тянуть нельзя. Пример тому – потерянное поколение 90-х и нулевых. Своими глазами видел в Москве, когда по улице идет молодежь, несут атрибутику свастики и маршируют по улицам наших городов. Это одни из них, которых мы упустили, поддерживают сегодня терроризм против своего народа и готовы воевать на стороне исламского государства. Итак, предполагается, что любовь к родине прививаться будет через образование, волонтерские и ветеранские организации, СМИ и даже в трудовых коллективах. Что-то подобное было в советские времена. Создание закона попросту обяжет местную власть заботиться о патриотическом воспитании. До сих пор это напоминало инициативу. Цитируя слова президента, один из авторов проекта Лариса Карпова отмечает, что подобная норма должна быть общероссийской. Мы как бы долго не обсуждали, что может быть фундаментом, прочным, моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно мы не придумаем. Это уважение к своей истории, традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Республиканский закон о патриотизме сегодня впервые представлен общественности. Вносить поправки могли все желающие. Так, например, молодежный парламент предложил систематически водить школьников в воинские части на экскурсии. Военкомат считает, что нужно создать зональные центры в районах. Одна из студенток призвала не забывать о титульной нации и не меньшее внимание уделять коренной культуре и языку. Всего же было внесено 62 предложения. Любить в том числе и родину, как известно, заставить нельзя. Настоящий патриотизм идет от сердца. Представленный проект закона способствует лишь духовно-нравственному развитию, но это и есть одни из фундаментальных понятий в патриотизме. Стоит полагать, что даже после принятия закона сиюминутного результата не будет. Воспитание, как известно, требует времени и порой не одно десятилетие. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.